На центральной площади начались ремонтные работы. Бетонное покрытие возле правительства области стало разрушаться. На его месте выложат около 2000 квадратных метров брусчатки. Материал выбрали не случайно. Во-первых, тротуарная зона будет в едином стиле. Во-вторых, это экономически выгодно. В дальнейшем отремонтировать плитку будет проще. Работы планируют закончить до 18 июня. Готовится основание под брусчатку. Сделана выборка, завезен щебень. Сейчас, вот видите, делается уплотнение. После чего завезем брусчатку и начнут укладывать. Это буквально начнется, наверное, завтра, послезавтра.